В Чебоксарах в Чувашском государственном институте культуры и искусств прошел 15-й республиканский фестиваль творческих коллективов воскресных школ Чувашской митрополии «Рождественская звезда». Фестиваль открылся видеопоздравления митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы к участникам детского творческого форума. В конкурсе приняло участие более 300 воспитанников воскресных общеобразовательных школ республики. Все делается взрослыми, только чтобы наши дети хорошо занимались, учились, развивались. И общаются между собой, и что важно, приобщают себя, не только себя, еще родителей к богообщению. Это есть радость о Христе, радость о Богомладенце. После завершения праздника детям были вручены сладкие подарки, а все коллективы, принявшие участие, получили соответствующие дипломы.